Спасибо большое за эти слова, теплые, волшебные, такие же, как этот сад. Я, когда первый раз его посетила, с первого взгляда влюбилась в это место, и по воле Всевышнего мы все время сюда возвращаемся. Поэтому, как вы сказали, у нас много общего, много планов. На самом деле, мне кажется, люди не до конца понимают силу природы. Мы сами часть природы, и просто находясь на природе, мы становимся добрее, веселее, умнее, более здоровыми. Мне очень хочется, чтобы в мире более бережно к этому относились, и чтобы каждый помнил, что он может внести свой вклад в это. И, конечно, я хочу поблагодарить всех участников и всех членов АМОР, Азербайджанская молодежная организация России, что означает «любовь». Мы вместе уже больше 10 лет. Я не люблю слово «гордость», но на самом деле это даже больше, чем гордость. Это, не знаю, восхищение нашей молодежью, вот, добротой, любовью, как все делается от чистого сердца. И поэтому все получается замечательно и приносит радость Азербайджану, России и всему миру.